Всем привет! Вы на канале YouTube Рыбачий Патруль. Дорогие друзья, середина сентября, и почему бы не сходить за треской? Треска, говорят, сейчас ловится, и ловится недалеко, на сеть наволоки, поэтому сегодня у нас рыбалка будет на сеть наволоки. Мы не пойдем ни при каких раскладах на сапог. Будем искать рыбу на сеть наволоки. Погода, тепло, хорошо. Ветер сегодня, конечно, южный, 6-7 метров. Но днем обещают штиль, ну а к вечеру опять раздует. Ну, я думаю, часов 6-7 мы уже возвратимся домой. Пойдем на рыбалочку, не будем терять время драгоценное. Были досмотрены пограничные службы, замечаний нет. Уведомления поданы, паспорта проверены. Придумал я новое кресло. Ну не я, а Борис Николаевич придумал умную идею. И не надо тратиться. Смотрите, ящик из-под рыбы, подкладка. Сел и пошел. Добрались мы до сеть наволока. Народа много, больше 10 лодок стоит. Подошли те, кто около берега, сказали, не ловится. Вот. Отошли поглубже. Там наш старый знакомый, мы с ним в прошлый раз на сапоге рыбачили, он рядом с нами. Сказал, ловится. И рыбка ничего такая, поднимается постоянно. Поэтому сейчас мы опускаем. Сколько там уже глубина? 160 метров. Я думаю, где-то здесь, наверное, по 200 будет. Ну и подождем поклевочки. В итоге глубина у нас 190 метров. Ну что, осталось? Ну, бывает на первый сразу заход. Не вариант, да? Нет, надо посмотреть. Хотелось бы сходу сразу, раз и поклевки. Есть рыбка. И первая рыбка у нас. Что ж там у нас за рыбка-то? О. Отличная трясочка. Взяла как положено. В два, в три крючка. Меня немножко зацепило, но ничего страшного. Хорошая рыбка. Зачет. Не, отличная рыбка. Сидел, завтракал, лопал сало с хлебушком, с чесночком вкусное. И вот что-то у меня подсело. О, какая, смотрите. О. Для сегодня это хорошая, первая моя рыбка сегодня. Ну, а мы пока рыбка-рыбка, а будем сало, посмотрите, с чесночком. Сейчас кофе еще себе налью и буду завтракать. Поклевки редкие очень, очень редкие. Но иногда цепляется что-то. А что у нас там? Вот смотрите какая. Ради такой стоит уболтаться. Но редкие поклевки. Вот у меня было три схода, это вот четвертая только подцепилась. Ну и глубина уже 200 метров здесь. Ой, поэтому продолжаем пока рыбачить. И люди также все бегают, редко-редко у кого-то ловится. Погода начинает портиться. Ну вот, сразу же закинул практически, сразу же поклевочка. Мобилей, да. А, это мой любимый налив.
Я думаю, что ж там сразу же-то клюнуло такое? Конечно, смотрите, какой красивый. Килограмм, наверное, 4. Спрашивают нас, есть ли откуда морские налимы? А вот оттуда, со дна морского. Вот такие они красивые. Сейчас. Очень похожи на пресноводного налима. С глубины подымал глаза из-за давления, выдавил его. Такой пузатый, упертый. Я надеюсь, скоро в ноябре мы их на Кулозере будем вот таких ловить. На флажки, да на стуколки. Пришел к нам дождик, как и обещали. Стал накрапывать. Рыбу практически не ловится. Мелочь. Был тут небольшой заходик. Покрупнее поклевало и все. Не знаю, сейчас встали на 100 метров. Будем пробовать. Нашли мы точку 120 метров. Рыба стоит. Второй раз заезжаем на нее и поклевывает постоянно. И хвостики такие неплохие. Мелкий налимчик. Ну посмотрим, что. Посмотрим, что у меня. Чуть-чуть осталось. Так. Думали, это точка, точка. А не, ну у меня ничего такая. О, видите. Оп. С килограммчик. Попробуем еще по забросику. Погода. Погода ужас. Дождь как из ведра лупит. Так, что у меня там здесь? Подсела за рыбка такая. Ага. Да. За бок. Так. Время 11:30, а рыба еще с гулькин нос. Но зато дождь пошел. Как и обещали. Сегодня они не ошиблись. Вот она, самая лучшая погода рыбака. Чем больше дождь, тем крупнее рыба должна ловиться. Все. Да. Что-то за бок все. Не ошибся, да, Борис Николаевич? 2,3 миллиметра. Да. Хорошо, роконы спасают, конечно. Кто без рокона сейчас рыбачит, очень плохо. А рыбачит достаточно много народа, я говорю, больше 10 лодок сейчас. Рыбу брать отказывается. Что это такое плавает? Вон еще канистр-то. Но. Может, тут что-то стоит, да? Наверное, краболовки стоят. Так краболовки стоят. Эти. Я вижу. С веревками. Краболовки. Ладно, пусть стоят. А так у нас дождик прекратился, а рыба вообще не ловится. Ну, что, будем искать? Дело-то такое. Пойдем сейчас на глубину. Может, на глубине и рыбка есть. Я уже не знаю, где эту рыбу искать. 200 метров в час отловили. Я уже, не знаю, там поднял несколько раз. И вот Борис Николаевич все-таки вытащил одну маленькую. И то она битая. Битая, да. Кто-то ее схватал, да? Ну да. Покажите, где там. Ну, трясочка-то хорошая. Трясочка-то, да. Кто-то ее схватал. Не хватало, пойдем. А, пойдем. Ну что, будем рыбачить здесь тогда? Ну есть. Давай. Она дрейфовать, она может быть, если что, попадется, не попадется. Согласен. Будем ждать. Нам уже ничего не остается. Время 3 часа еще, 3-4 часа рыбал. Даже ну, часа 3 рыбалки уже и домой пора будет. Сегодня моя задача заключается снимать, кофе подавать, бутербродики.
стандартно. Ну и слава богу, такая бы поклевала и ничего больше не надо. Чуть-чуть бы подловиться. Тут как-то вообще. Уж очень мало у нас рыбы сегодня. Даже не верится. Погодка, конечно, у нас не очень. Но рыбку мы, кажется, нашли. На глубине, но нашли. Смотрите, какая хорошая. Вот она. О, какая рыбка у нас пошла. Зачетная. Надеюсь, так и так дальше и будет продолжаться у нас. Рыбка у меня какая-то упиралась неплохая. Посмотрим. Понятно. Не. Я думал за бок. О, ну неплохая. Все. Вот видите, какое золото прям. Не рыбка, а золото. Когда покрупней-то идет. Вот такая рыбалка мне начинает нравиться. Солнышко, рыба начинает поклевывать. И рыбка такая, ну, справная. Вот видите, какая. Да ёпарас, это что ж это такое-то, а? Рыбка, я думал, там трещина, а тут, смотрите, какой налим. Как я уже повторяю, зимой бы такого взять, да, но не летом. Кто ты? А Борис Николаевич до этого вот такую трещину взял. Эх, учиться у него надо. Чайки, скоро-скоро. Еще, дай бог, несколько рыбинок поймаю и буду шкериться. Да, хорошая трясочка. У меня была чуть покрупнее только что. Но она мне сломала тройник. И правда, я ее вытащил. Что-то у меня такое подсело, когда подкидывал там блесеночку свою 500-граммовую. Может, за бок или не знаю. Да. Но все равно хорошее. А я-то думал, там килограмм на 10. Где она тут? Не видно? А, вижу белая. За бочину, но хорошая все равно. О, какая. Почему? Нормально клюнула. Опа! Ну и зачет. Так, смотрите в камеру. Мы тоже ловим. Во время рыбалки надо поглядывать, а то вот такой подкрадется сзади, в тумане, да, и будет невесело. Идет шустро, все разбегаются от него. Что-то чаек мало вокруг нас, попробуем приманить их. О, летят. О, теперь поехали. О, чайки, вы что? Печенку есть не хотят. О, вот, летят, родные. Поздно кормим. Угу. Только рыбы мало. Дорогие друзья, подошла к концу наша сегодняшняя рыбалочка. К огромному сожалению, рыба сегодня была неактивна. Но погода к вечеру нас радует, то что мы идем домой, штиль. К сожалению, сегодня был у нас и дождь, и ветер. Да все было сегодня. Вот. А к вечеру, когда чаек покормил, так вообще мы больше не увидели ни одной поклевки. Но мы не расстраиваемся. Рыбку свою мы взяли.
Если бы она получше бы клевала, мы были бы не против. Ну и нам и этого хватит. Значит что, идем домой. Погода радует, как я уже повторил. Борис Николаевич сейчас спать ляжет сзади. Ну а я буду штурвалить до самого дома. А идти нам в районе 47 километров по навигатору. Это если прямо, ну и если вельками, 55 километров где-то. Все, дорогие друзья, всем счастливо, всем пока. Голос за кадром. Не спать, а контролировать движение объекта к месту базирования.